Окей, выиграем по партию. Да, узнали мы с Никитой интересные факты о финале чемпионата мира 2022 года. Но, тем не менее, возвращаемся к английскому началу. И вот такой интересный вариант. Да, Ну, на я мой тут... взгляд, это лучше для черных, чем то, что они обычно получают вот в этих стратегических построениях, потому что пешка уже на f5. Нет, ну ты же, Никита, знаешь, что я максималист, и ход e5, f5 за черных для меня это просто, ну, не знаю, Да. предельно, просто предел шахматной, не знаю, шахматной игры. Хорошо, но в данном... Обычно это, откровенно говоря, полный бред. Но в данной позиции это не так плохо. То есть вот, ты мог бы взять на вооружение это за черных, на самом деле. Ну, не нравится мне играть такие вот схемы. Мне нравится Е5, Ф5 вторым ходом играть. Но лучше первым. Первым Ф5. Первым Е5, Ф5. Сразу два хода. Все равно у белых перевес. Е4, Е5, Ф5, Еф плюс-минус столбик. Настолько ужасно. Так, ну Д4, да. Без этого, видимо, не обойтись. Нет, перевес у белых, похоже. Нету? Да, похоже, что нету. После Так. Е4, может быть, появится. Может быть, ладья... А, вот так. Хотя Нам нужно... положит... Конь идет сюда. Конь идет на e6. Ну, после, если мы так не играем, играем H3, это второй ход кандидата, то у черных D5 есть ответ. Они успевают заморозиться. Нельзя давать успевать заморозить цепочку. Ну вот теперь через f4 конь идет Через на... h4 можно h3 все-таки пойти. Ход такой ядовитый. Может, пойдем h3? Ну как хочешь. Сейчас g4 грозит с отъемом пешки. То есть, Да. например, конь d7, g4 это уже без фигуры. А вот это вот включение, оно обычно в пользу белых. Потому что на g6 слабость образуется. Причем сильная. Сильная слабость. Нет, ну такая тавтология. Да. Ну, в Нет, общем, сильная слабость. Надо запомнить. да, запомнить и применять. Где же тактика? Где-то по-любому тактика может пройти. Не вижу. Ну, конь e6, давай для начала. Почему конь b5 нельзя пойти? Не знаю, почему нельзя пойти конь b5. Может быть, можно? Достать соперника просто конями. Не, ну конь вообще сильный в этой партии. Не, ну, а конь e6 можно тоже пойти? По-моему, конь d5 сильнее, нет? Ну, давай попробуем конь b5. Я просто не знаю, ну, ладья d8. Может быть, ну, делать конь e6. Идея в том, что он не успевает на e6 там выбить, потому что конь на c7 идет. Ну, Но да. это здесь тоже конь e6. Хотя здесь вот c8, да? Видимо, так хочет забарриковаться. Ну, должен быть перевес у белых, все это хлипко выглядит. Чересчур. Сейчас где-то слон g5 еще вставим. Слон g5, слон f4, надо будет подумать. Может быть, слон f4, чтобы пешку сохранить. Не, ну, тяжелая позиция, опять черных. Black Wizard. Черный маг. Информация. Можно. Я бы на его месте просто уже стукнул бы на e6, стукнул бы второй раз на e6. Отдал бы ладью и там попытался какую-то атаку создать. Ну, он так и делает. Да, дает ладью, молодой человек. Надо проверить информацию. КМС 2-2, 100 рейтинг. Ты прочитал, да, там? Да. Очень лирично. Ну, конь c7. c7. Или слон d6. Ну, d6 нет хода, есть ход сверх d6. Ну, ладно, давай все-таки заберем ладью, проверим его замысел. Насколько это работает? Замысел был абсолютно в другом. Так, Попытаться... пешка же на d6 отваливается. Чего? На d6 отваливается же, нет? Так, мы должны ладью бить, по-моему, Мы нет? бьем ладью, играем слон f5. Ой, слон f4. Ну, коня на d4 успевает вставить, в этом идея. А. Может быть, не такая уж плохая, кстати. Ну, давай мы сыграем слон b6. Ой, конь b6. Сейчас, погоди. Может быть, все-таки выманим его на d4, а потом вернемся. И выиграем полтемпа. Конь d4, слон e3. Он не может брать коня, потому что там слон d4 выиграно у белых. А должен, видимо, убирать коня обратно куда-то. Хотя, может, он его на f5 поставит, не знаю. Да, Но мы на целую милю уже f5, отстаем. на f5 тогда слон g5. Или слон g4, не знаю. Ну вот правильно он сделал. Хотя бы контр-игра появилась у черных. Качество отдал, зато понятно, что куда идет. Так черный же маг. Ну да. Давай отдадим просто там без этих без выкрутасов и. Сыграем слона 6. А, слона 6 не прокатит. А, вот, можно сейчас побить на d6. Это зевок. Да, к сожалению. А партия-то была достойного уровня. Не, ну перевес тут у белых, ну да, еще вполне можно было бороться.
Да и, ну, он-то и тут побоится, но это уже... Так Да, пешка же лишняя. это не выглядит очень И серьезно. вторая падает еще. Да, это безнадежно. Бт. Подозрительно часто у нас получаются позиции с лишним качеством. Может быть, это магия английского английского начала? Да, сыграть его, что ли, на турнире завтра? Попробуй. Попробую, наверное. Турнир не очень важный. Можно. Можно. Попробовать. Если это грамотно он сыграл. Да что значит грамотно? Здесь все понятно. Не, ну понятно, но ход Е3 Качественно все. показывает, что человек умеет играть в шахматы, скажем так. Ну вот сейчас все уже. Ладья станет по седьмой. Он, так, почему он не дал шах? Так ладья же по седьмой стал. Ну это, не знаю, ловушка такая странная, может быть. Ладья А7, слон D4, неожиданно мы проигрываем. А почему ладья не ладья F7? Ну, ладья А7 тоже слон D4. Второй ладьи на седьмой толку нет в этой позиции. Потому что там все поля биты. Понимаешь? Ну, на 7 побили. На А7, поэтому D4. Слон не играет, нужно поставить его на Да, c4. слон абсолютно ужасен у белых. На c4, да можно, я предлагаю отдать, Давай поставить его на c4. сдадим качество. Думаешь, это выгодно? Три лишние пешки. Которые проходят. Да, тут какие-то угрозы начались там. Можно уронить флаг. Так. Конь c2. Ну, все равно, конечно, конь для блица хорошая фигура. Пытается нам кусаться. Нам хотят уронить флаг. Нам у нас съели фигуру только что. Да, И да. все равно, наверное, у белых тут лучше может быть, потому что Тухлый. конь немножко не тот. Но, в общем, это очень странная игра, никогда не играйте так в шахматы. Конь умер. Да, все равно белок выиграл, несмотря на его полное убожество этой игры. Ну, у Никиты 43 секунды, чтобы реализовать лишнюю пешку. Вот таким способом он захотел это делать. Но это единственный способ. Не сделать ничью сразу. Поэтому. Не, ну здесь выиграно, но можно и не успеть. Чуть-чуть. Все, А4. Не, ну я начну шлепать сейчас, мне будет тяжело комментировать. Давай я буду комментировать в радостном стиле. Итак, король опять ходит. О, все, перекрылись. Вперед. Пошли пешки. Пешки, орешки. Опять. Опять. Шажок. Шажок. Все, будем мучить. Хоть хотим поменяться. Соперники меняются. Не боимся никаких шахов. Соперник же сейчас будет их нас мучить просто ими. А6. Б5. 27 секунд. Шажок. Они успели дать Б5. 23, 22. Медленно и уверенно мы подвигаемся к нашей цели. Шах. Так. А время падает. Я уже забыл про время. Время, да, падает. Блин, повторение. Извиняюсь. О Извиняюсь. боже, о Извиняюсь. боже. Извиняюсь за такую реализацию. Здесь ход король Е1 выигрывает или король С1. Ну да. Я почему-то думал, что только второй раз позиция повторяется. А зачем ты его повторял? Ну, я не знаю. Я привык, что играю в Блиц. Но в последнее время действительно играл контроль в Блиц с контролем 3 плюс 2 вживую, там, ну и в интернете тоже. И вот в таких позициях очень выгодно повторить позицию. Ну не так Потому что, страшно на ну, самом деле. больше добавляет времени. Ну да, так или иначе, всем спасибо До за новых встреч. внимание. Да.